Коронавирусная статистика. Только в столице менее чем за месяц число новых случаев COVID-19 резко возросло. С нескольких десятков пациентов в день до нескольких сотен. Представители примарии муниципия Кишинев снова призывают население вакцинироваться. Вчера после длительного перерыва у нас было рекордное количество зарегистрированных случаев, более 500. У нас также растет число пациентов, нуждающихся в госпитализации. Мы открыли 3 отделения из 5 для больных COVID-19, что означает, сейчас у нас 200 мест из 340 возможных стационарных. В том числе мы вдвое увеличили количество коек интенсивной терапии в ковид-центре с 6 до 12. А сегодня, я думаю, мы увеличим их до 18 коек. Это печально, потому что все эти случаи болезни, инфекций и смертей можно избежать, если население будет нести ответственность, если население будет вакцинировано. Уровень заражаемости высок не только в столице, но и во всех районах страны, говорят в нашем Минздраве. Поэтому, скорее всего, осенью нас ожидает новая волна инфекций, а вместе с ней и новый кризис в системе здравоохранения. Эпидемия есть, эпидемия не закончилась. Новый штамм Дельта гораздо заразнее. Этот штамм людей старше 60 лет и людей с сопутствующими заболеваниями может привести к серьезным проблемам и к попаданию в интенсивную терапию. В условиях ослабления контроля миграции и невакцинации мы находимся в начале новой волны заражения. И мы создали такую ситуацию сами. У нас также может быть кризис в системе здравоохранения. Жители нашей страны призывают вакцинироваться, чтобы создать коллективный иммунитет. Сейчас в Молдове доступно несколько видов вакцины. Врачи заверяют, что все вакцины эффективны. Анна Герман, Дмитрий Паршуков, Акчен ТВ.